Всем привет, друзья! Ну что, у нас сегодня 14-я тренировка в нашем последнем, 6-м сезоне марафона, точнее, она предпоследняя. Не забываем снимать видео тренировки, выкладывать их и отмечать yamaguchi.ru. Ну что, мы в нашей тренировке используем специальный ролл для пресса от компании Yamaguchi. Я покажу вам упражнение на нем, что можно именно сделать. Основная часть тренировки будет проходить у нас без оборудования. А у кого нет такого прекрасного ролла, я вам покажу, как выполнять все упражнения без него. И мы переходим к тренировке. Ну что, друзья, у нас первое упражнение – это динамическая планка боковая. Так что будьте внимательны, будьте готовы. Мы встаем с вами в Т-стойку, вот в такую. Вот в такую. Вытягиваем руки. Да? Дальше поднимаем таз, смена. Касаемся, поднимаем таз, смена. Окей, приготовились, на счет 3-4. Поехали. Подъем, разворот. Таз, подъем, разворот. И подъем, разворот. Опустили, подъем, разворот. Подъем, разворот. Подъем, разворот. Закончили упражнение. Ну что, друзья, у нас второе упражнение, будьте готовы, у нас упражнение такое комбинированное, мы будем уходить в присед и уходить вот так вот на колени вниз. Будьте внимательны, будьте готовы. В полном приседе. У тех, у кого есть проблемы с коленями, друзья, те просто стоят в своей статике. Сейчас я вам покажу. То есть первое движение, раз, два, сели, сели, окей? И также смена ног, раз, два, сели, сели. Вместе со мной, 3-4, поехали. Хорошо, дышим, друзья. На самом деле это непростое упражнение. Мне действительно делать его непросто. А у кого реально болят колени, вообще желательно, чтобы это была мягкая платформа. То есть у кого болят суставы и колени, или есть проблемы с суставами, то есть сидит просто ровно в статике, в стульчике, окей? И закончили. Ну что, друзья, у нас следующее упражнение, это третье. Мы ложимся на спину, у нас будет ягодичный мостик с правой и с левой ноги. Ложимся вот таким вот образом, ладони вверх, лопатки собрали вместе. Смотрите, движение такое, угол 90, подъем, опустили, подъем, опустили. Вместе со мной, 3-4, поехали. Подъем таза вверх. Старайтесь максимально напрягать мышцы ягодиц.
почувствуйте это упражнение. Стараемся толкать больше пяткой. И держим темп. Четыре движения, три, два, и закончили на последнем. Стоп. Итак, друзья, у нас четвертое упражнение под названием «Конькобежец». Будьте также готовы, внимательны. Мы будем переносить вес тела с одной ноги на другую. Итак, смотрите внимательно. Имитация между ног, как будто у нас большая-большая яма. Мы должны через нее перепрыгивать. Движение очень простое. Смена. Одна нога за вторую ногу заходит. Рука здесь, вторая рука вот здесь, наверху. И идет смена ног. Одна рука в касании и смена, окей? И вместе с нами приготовились. Поехали. Отсюда. Вправо-влево. Стараемся переносить вес тела на полную стопу. Почувствуйте мышцы ягодиц, друзья, а может быть уже и не чувствуете их, потому что это действительно тяжко. Четыре движения. И стоп. Итак, друзья, у нас динамические приседания. Будьте внимательны, будьте готовы. У нас будет три позиции приседов. Фронтальная позиция, мы делаем приставной шаг в сторону, возврат. Приставной шаг в сторону, возврат. И фронтальная позиция, прыжок. Будьте внимательны, чтобы ваши колени выходили за носки. Максимально напрягайте пресс, держите спину, напрягайте мышцы ягодиц. Погнали. Присед, 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 подъем, прыжок. И опять присели. Присед, присед. Присед, подъем, прыжок. Дышим, друзья, дышим. На самом деле реально непросто делать это упражнение, потому что оно в динамике, когда делается, действительно тяжело. Еще чуть-чуть. Фух. Стоп.
Итак, друзья, у нас последнее, шестое упражнение. Будьте внимательны, будем прокатывать ролл вперед-назад, максимально напрягая мышцы пресса. То есть на самом деле тренировка на мышцы пресса. То есть именно это упражнение. Исходная позиция, друзья. Ролл вы можете разворачивать вот таким образом, без разницы на самом деле. Либо вот таким. Стоя на коленях, пресс максимально напрягаем. Внимание! От колен желательно идти, вот отсюда. Вытяжение рук. Опускаем таз вниз с ровной позиции. Вот здесь мы чувствуем напряжение пресса и уже возвращаемся назад. Те, кто совсем мощные монстры, вы можете вообще вытянуться вперед. Я попробую, но не обещаю. Вытянулись и вернулись в исходную позицию. Вот так вот мне скатался коврик. Ну что, друзья, делаем в среднем режиме, в среднем темпе. Поехали. Пресс, напряжение и вернули. Пресс, напряжение и вернули. Сильно не варьируем, если чувствуете, реально может и дальше прокатить, то прокатываем дальше. Пресс напрягаем, очень важно, чтобы в этой позиции у вас не так был была поясница, а вовнутрь подкрученный копчик. Окей? И возврат. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Это в полное касание. Это в пол амплитуды, друзья. Я считаю, что нужно делать так для всех. Еще 4 раза. Это безопасная позиция. 2. Оп, закатали. Еще один раз. 1. Закончили. Итак, друзья, у кого нет ролла, вы можете выполнять это упражнение вот таким вот образом. Подходить правой-левой рукой и возвращаться в исходную позицию, да? То есть, но можете ниже опускаться. Раз, два, три, четыре. Пресс напрягаться будет точно так же. И просто меняете руки. Вытяжение таз подкручен, возврат в исходный. Контролируйте здесь поясницу, потому что это самая важная часть. Ну что, наша тренировка подошла к концу. Друзья, не забываем восстанавливаться, но очень важно восстанавливаться правильно. Поэтому у нас есть перкуссионный массажер, который полностью восстановит ваши мышцы и приведет вас в хорошем состоянии на следующее занятие. Друзья, у меня есть этот перкуссионный массажер. Я им пользуются все мои знакомые друзья. А в основном у меня знакомые друзья – это спортсмены. Понимаете, спортсмены-профессионалы, которые до сих пор выступают на мировой арене и представляют нашу великолепную страну. И поэтому, друзья, этот перкуссионный массажер позволяет вам максимально тщательно восстановиться и проработать глубоко ваши мышцы, ваши уставшие мышцы, друзья. И поэтому приобретаем, не забываем про скидку 20% и все бежим в магазин.